Оказавшись впервые в этом красочном мире, разбегались глаза, не знал, что делать я. Столько ярких замесов и продуманных квестов, бижутерии, стендов и оружия. Оказавшись впервые перед сказочных грез, очень сложно понять, что это все не всерьез. Можно даже влюбиться, и будешь искренне рад перевести клан рубиться без оглядки на сад. Что тебя там ждет? Вперед, мы не трусы. Пламень твоего, это то и то же. Все игроки похожи, но дело вкуса. Каждый любит что-то делать для души. Кто-то бегает по утрам, а кто-то судьба не вершит. В виртуальном мире драться, но нет смысла слиться и ругаться. И не важно, раса, возраст или два. Как разводил, ну бог на ПВП, и как кастет приточил, как ломались они, как бы кашу погали, как менял сервера, как мешал спать маме, ведь сидел до утра, как качались соски, мана баги вайпы, или вынос мозга в конференции скайпа. Все прошли мы через это, и я скажу вам с улыбкой, наш уход от мира не был ошибкой. Но если другую игру выбрал кто-то, зачем же его называть идиотом? Зачем пены брызгать из лица? Ведь можно просто улыбнуться. Избавьте себя от этих потоков. Мы все игроки виртуальных миров. Мы способны открыть друг другу двери. Я верю. Каждый любит что-то делать для души. Кто-то бегает по утрам, а кто-то судьба не вершит. В виртуальном мире драться, но нету смысла слиться и ругаться. И не важно, раса, возраст или класс. И красота объединяет почаще.